Друзья, всем огромный привет! Сегодня мы с вами снова в IKEA, город Ростов-на-Дону. Хочу показать вам побольше предложений из распродажи, потому что поступило очень много комментариев с просьбой показать побольше мебели, побольше стеллажей и кухонь. Поэтому я снимаю сейчас для вас это видео, а следующее видео я покажу вам сопутствующие товары. Всем приятного просмотра! Вот этот большой пуфик, большой огромный лист, я увидела не сразу. Вот сейчас второй раз зашла, сейчас только его увидела. Это просто сказочное предложение. Он стоил 7 тысяч, а сейчас 2 тысячи. И, кстати, да, я буду округлять. Спасибо вам большое, что посоветовали, потому что произносить 999 у меня просто язык поломается. Обивка называется «Катор пнеокрашенный». Отличное решение для того, чтобы комфортно сидеть на полу. Можно прислониться к стене, чтобы обеспечить удобную опору для спины. Съемный чехол легко содержать в чистоте. А также можно его стирать в машине. Он очень толстый. Посмотрите, какой он. И плотный. Я не знаю, наполнение какое у него. Сейчас посмотрим. Здесь, ой, классный. 70% резанный пенополиуретан. У меня такая подушка из пенополиуретана. Поэтому я чувствую, что она вот действительно такая резиновая. И полиэстерное волокно. Он долго не будет продавливаться. Я вам даже покажу его размеры. Длина 135, ширина 116, высота 20 сантиметров. И общий вес 5 килограмм 80 грамм. Дворцовые ковры киевские. Вот этот суперский. 3000, сейчас 2000. 133 на 195. Ходды для дома и для улицы. Идеальное решение для гостиной или столовой. Очень прост в уходе. Интересный трехместный садовый диван. Вот из трех таких кресел состоит. Он стоил 18 тысяч, сейчас стоит 13 тысяч. Комбинируя разные секции, вы можете создать диван по форме и размеру, идеально соответствующий вашим потребностям. Здесь его размеры. Следующий товар – это каркас кушетки с двумя ящиками, флеки, 80 на 2 метра, цвет белый. Он стоил 27 тысяч, сейчас 15 тысяч. Спинку можно установить справа и слева. Мягкие объемные подушки в качестве опоры для спины легко превратят кушетку в комфортный диван или козетку. Диван и кровать в одном предмете мебели. Это компактное решение, идеальное для комнаты подростка и любого помещения, в котором не так много места. Варианты черно-коричневый. Вот так выглядит черно-коричневый. Следующее предложение – это диван-кровать угловой, ранста-белый. Посмотрите, какой он шикарный. И он стоил 36 тысяч, а сейчас 22 тысячи. Козетку можно поставить справа и слева. И легко превращается в кровать. И здесь на ценнике не указано. Но я, конечно, чувствовала, что по ощущениям это чистый хлопок. Это действительно 100% хлопок. Материал очень приятный. Чехол отдельно продается. И другой вариант еще сейчас у нас в магазине есть. Один остался пыльно-розового цвета, который стоял именно здесь раньше. Другой его вариант. И он просто прямой, не угловой этот диван. Он стоил 30 тысяч, а сейчас 26 600. Вот, значит, здесь то же самое, такой же чехол. 2,30 на 99 сантиметров. Следующий вариант дивана. Это вот такой интересный диван бежевого цвета. Называется он Бакабру. Стоил 51 тысячу, сейчас стоит 46 тысяч. У чехла немножко другой состав. Это 73% хлопка и 27% полиэстера. И здесь на нем есть табличка, что он снимается. Его легко снять, отдать в химчистку или постирать. С другой стороны его, как он выглядит, вот так. И его размеры. Ширина 2 метра 8 сантиметров, глубина 88 сантиметров, высота 71. Надо погуглить в интернете, что это за ткань такая. Называется рами. Прочная, натуральная, со слегка неравномерной фактурой. Стоила 900 рублей, сейчас 500 рублей. Вот с такими рюшечками, с какими-то вот защипами. И застегивается на молнии. Следующий диван тоже бежевого цвета. Угловой. Стоил 51 тысячу, сейчас 43 тысячи. Похож на предыдущий, чехол аналогичный. Следующий — это табурет для ног Экторп. Стоил он 8 тысяч, сейчас цена 3 298.
Написано, что у него съемный чехол, который легко содержать в чистоте, так как его можно постирать в машине. Легко превращается в двухспальную кровать. Его просто придвигаешь к обычному дивану, тогда получается как бы такое место. Так, дальше выдвижной ящик для хранения постельного белья. Вот здесь есть ручка. Давайте поднимем, посмотрим. Следующий табурет, он такой же по форме, но другой расцветки. Такая шеби, красивые цветы. Стоил он 10 тысяч, сейчас стоит 4500. Покажу его размеры. Следующее, это у нас диван-кровать трехместный. Стоил 55 тысяч, сейчас стоит 50 тысяч. И за эту комбинацию. Так, что здесь интересного? Здесь очень интересный чехол. Он белый, но он какой-то текстурный. Тоже, по-моему, это 100% хлопок. А нет, здесь ткань 73% хлопок и 27% полиэстер. Еще один вариант табурета. 4500. Расцветка в желтый в клеточку. Два кресла. Одно большое, которое стоит 17 тысяч, оно без распродажи. А это, которое стоило 10 тысяч, оно сейчас 6500. Кресло. Обивка темно-синяя, стоила 10 тысяч, сейчас 8. Кресло черное, сейчас стоит 10 тысяч, стоило 12. Простое в уходе, легко протереть влажной тканью, подушку спинки можно расположить так, как вам удобно. Так она убирается. Легкая. Ткань полипропилен. Ну вот, смотрите, прошла только неделя распродажи, а на вот этот диван, который я показывала, ну как бы кожаный, на него уже нет распродажи. Сейчас стоит 50 тысяч. Цена вернулась обратно. Декоративная подушка с овечками, которая стоила 1300, сейчас 800 рублей. Размер 40 на 60. Давайте с вами посмотрим распродажу в столиках, что здесь у нас появилось нового. По-моему, вот этот добавился в распродажу. Стоил 7 тысяч, сейчас стоит 4 тысячи. Это комплект из двух столиков, один поменьше, второй побольше, необычной вот такой формы. Называется он свальста, это березовый шпон. Другие варианты цветов, как я вижу, без распродажи. Столик можно ставить отдельно, можно один под другой для экономии места. Покажу еще ножки, какие у него, вот такие плоские. Следующий журнальный стол, который участвует в распродаже, это Стокгольм 2017 года. Стоил он 5600, сейчас 4300. Размер у него 100 на 41, это ясеневый шпон. Просто ножки выходят аж сюда. Вот, ножки круглые. Немножко покажу вам интерьеров. Интересный столик на колесиках, приставной, стоил 7 тысяч, сейчас 4 тысячи. Сделан из массива дерева, очень хорошо обработан, скрыт лаком. Этот столик можно использовать как рабочую станцию, так же как журнальный столик, или кухонный островок, или даже как прикроватную тумбу. Сделан он из бука, размер 69 на 40. А на полу представлен белый Хемнос 55 на 55, который стоил 3000, сейчас 2000. Все варианты цветов тоже участвуют в распродаже. Внизу есть полка. Золотая рамка 10 на 15, 149 рублей. Вот так выглядит. Здесь сделали акцент на поэнге, который стоит сейчас 16 тысяч, стоил 20 тысяч. И в этом кресле по распродаже идет только подушка сиденья Сиглора, которая стоила 16 тысяч, а сейчас стоит 12 тысяч. Поэтому вся комбинация стоит дешевле. И это полипропилен, очень приятный, на ощупь мягкий. Другой вариант, более светлый, подушки сиденья на кресло Поинг. По распродаже у него цена 6500, а стоил он 9000. Поэтому комбинация стоит 13500.
диван двухместный с непроизносимым названием. Стоил 36 тысяч, сейчас стоит 30 тысяч. Вся комбинация его. Темно-коричневый. Ткань 73 хлопок, 27 полиэстер и размеры. Ткань покажу поближе вам. С другой стороны покажу. Еще интересные диваны. Это модульные диваны, которые составляются из нескольких секций. Вот этот диван сделан из двух секций. Одна составляет 80 сантиметров в ширину и метр в глубину. Стоит по распродаже 31 800 рублей. Каждая составляющая участвует в распродаже. Также можно приобрести каждый модуль отдельно. Ну как же я в прошлый раз прошла мимо этого шикардосного дивана. Посмотрите, какой он красный, насыщенный цвет. Это бархат. Есть пуфики, которые стоят 10 тысяч. Я даже хочу его потрогать. Они очень плотные, твердые. Коллекция называется «Стокгольм 2017 года». Можно использовать как табурет для ног, как дополнительное место для сидения или просто как столик. Темно-синий диван в распродаже не участвует. Он стоит 96 тысяч. А красный участвует в распродаже. Он стоит 86 тысяч. И даже обивка называется «Сандбака оранжевый». А я бы сказала, что это красный. Ткань 77 хлопок, 23 полиэстер. Покажу на всякий случай артикул. Размеры можно посмотреть на сайте IKEA. Диван называется «Валентуна». Стоил он 63 тысячи, сейчас 49 300. И это двухместный диван с кроватью. Секционный диван, поэтому все составляющие участвуют в распродаже. Нужно собирать комбинацию, какую вы захотите. Данная стоит 49 300. Можно, видите, даже собирать из разных составляющих. Вот, например, добавить такую секцию и эти две. Тогда получится 54 300 цена такой комбинации. А вот и одноместная секция светло-зеленого дивана. Она стоит 16 200. Еще вот такая квадратная секция дивана, она стоит 19 тысяч, просто без спинки. Покажу, как она разбирается. Вот так выдвигается здесь, ух ты ж, вот такая штука, речное дно. И кладется сюда еще одна подушка, и получается кровать полноценная. Есть еще вот такой ограничитель металлический для подушки, чтобы она не спадала. И очень легко задвигается. А вот такой пуф сейчас тоже на распродаже, он стоит 9500. Размеры 80 на 80. Дорогое предложение, которое стоило 94 тысячи, сейчас стало стоить 73 400. Вот такое наверху и здесь внизу. Немножко для вас еды. Салаты 69 рублей, салат овощной, сырная тарелка 199 рублей. Цезарь 149 рублей. Гаспачо 69 рублей. Наверху покажу предложение. Миндальный торт. Тарталетка с малиной. Пирожное «Черный лес». Сок свежевыжатый 99 рублей. Вот они как выглядят. И еще вот это пирожное, которое называется «Малиновый пломбир». И, кстати, представляете, мы очень любим вот этот сок Баринов. Никита его просто обожает. Берем здесь только яблочный. Стоит он 69 рублей. Недавно зашла в Пятерочку. Он там появился и стоит по скидке 36 рублей. Я просто набрала себе таких. Взяла манго и взяла еще гранатовый. Вот вкусный гранатовый, обалденный. А это яблочный. Дороговато, IKEA, дороговато. Блин, девочки, я такая голодная, прибежала. Быстро схватила, съела. Думаю, блин, я же хотела снять. Ну, в общем, у меня овощи гриль. Они стоят 99 рублей. Одна купата 79 рублей. Булочка 29 рублей. И чай. Сейчас покушаем. И потом пойду еще поснимаю.